Ага. Когда закончишь мыть, извести повара. Хаджи Ага халвы хочет. Чтоб он ею подавился. Пузо у него лопнет, если будет столько халвы глотать. Так это ты, Бюльбюляга? Ха. Тебя не узнать. Вы только посмотрите. Что судьба сотворила с несчастным Бюльбюлем? А что со мной не так, Хатун? Полы мыть — богоугодное дело. Лучше о себе подумайте, неблагодарные. Я еще до вас доберусь, уж поверьте. Многое еще здесь изменится, и мы посмотрим, кто из нас будет смеяться последним. Подожди. Весь обед состоит только из похлебки и пресного хлеба. А чего вы здесь ожидали? Сладких шербетов и изысканных яств? Величественная госпожа, знаю, вы разгневаны на меня. Если бы я расправился с султаном Ахмедом, если бы не просчитался, все сложилось бы иначе. Но знайте, я сделал все, что было в моих силах. Моя преданность вам остается неизменной и вечной. Я буду служить вам до конца своих дней. Мы отомстим всем, кто заточил вас в темницу и обрек на мучения. И в первую очередь, конечно, Кюсэм Султан. Она пожалеет, что когда-то родилась на свет. Паша Хазрет Лири? Аги. Судя по всему, во дворце нам сделать это не удастся. Нужно как-то выманить Кюсэм Султан из дворца. Даже если она выйдет, как убрать стражников, что пойдут с ней? Ее охраняют как драгоценный камень. Когда произошел переворот, мне удалось выяснить кое-что интересное. И теперь я знаю наверняка. Кюсэм Султан сама пойдет навстречу смерти.